Салат молодая капуста с огурцом. Нам понадобится капуста, огурец, морковь, масло подсолнечное, соль, уксус винный или яблочный, лук молодой и зелень, петрушка и укроп. Капусту разрезаем на две части и нужно ее нашинковать или нарезать очень тонко. Чем тоньше мы нарежем капусту, тем вкуснее получится салат. Можно нарезать капусту двумя способами. Но так как эта капуста не набитая, как говорят, она еще очень молодая, и ее вот так резать немножко неудобно. Мне лично я не могу так нарезать хорошо. Я вот такую молодую капусту, когда она еще не очень набитая, не очень твердая, вот переворачиваю на эту сторону и нарезаю вот так. Так намного удобней. И шинкуем очень тонко. Если у вас есть шинковка, нарезайте на шинковке. Нужно взять острый нож, желательно широкий. Таким ножом лучше нарезать, длинным широким ножом. И еще, молодую капусту, когда нарежем, ее не нужно мнуть рукой, так как белокочанную, которая уже немножко старая, скажем, осенняя, ее нужно помнуть. Вот эту молодую, свежую, не нужно мнуть рукой. Нужно положить в салатницу или в глубокую посуду, нарезать лук мелко, молодой лук. Старый лук не очень подойдет. Даже если есть зеленый, так еще лучше. Добавляем лук в капусту. И сейчас солим, даем уксус, где-то столовую ложку. Я даю яблочного уксуса. И перемешиваем ложкой или вилкой. И капуста уже начинает сама пускать сок и станет мягкой. Где-то вот через минут 20 она уже станет мягкой. Если помнете рукой, значит, она получится как тряпка. Вообще на тарелке не будет ни красиво, ни вкусно. Потом нарезаю огурец. Огурец нарезаю сначала на пластинки. Такие длинные, где-то шириной до 0,5 сантиметра меньше. И потом нарезаю соломкой. Добавляем огурцы в салат. И добавляем морковь. Сначала чищу. Очень удобно чистить морковь, огурцы, яблоки вот этой штукой. Натираю на мелкой терке для моркови прямо над салатом. Нарезаю укроп, петрушку. И также добавляем в салат. Потом поливаем оливковым или подсолнечным маслом. Перемешать. Все хорошо. И видите, капуста уже немножко обмякла сама. Накладываем в салатнички. И приятного аппетита. Смотрите мои видеорецепты еще. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.